Гуманитарно-логистический центр на Донбассе местная власть превратила в коррупционный перевалочный центр. Из-за этого он не работает уже месяц. Так на своей странице в Фейсбуке написал замминистра по делам временно оккупированных территорий. Георгий Тука также сообщил, что ему стыдно просить помощь за границей на то, что вполне может профинансировать украинское государство. И приводит примеры. Деньги приходится искать даже на пленку для КПП и обустройство там туалетов.